В частности, аварийное здание школы Вселенного Тырышкина Колыванского района отремонтируют к началу нового учебного года. Реконструкцию удалось начать благодаря активной позиции местных жителей и депутатов регионального заксобрания. Подробности в сюжете Андрея Баева. Одноэтажное здание Новотырышкинской школы, которая за моей спиной была построена в 1966 году. В прошлом, 2019-м, стало понятно, дальше учить здесь детей просто нельзя. Здание в аварийном состоянии. Было принято решение о крупномасштабной реконструкции. Объем работ такой, что назвать это капитальным ремонтом трудно. Специальной стальной стяжкой укрепили несущие конструкции. Внутри заменили абсолютно все. Проложили электропроводку и трубы, новый пол, окна, стены и потолки. Новотрышкинская – единственная сельская школа, в которой сейчас в две смены учатся 170 ребятишек. После того, как укреплены стены, угроза жизни обучающимся сотрудникам уходит. Кроме того, все будут обучаться в современно отделанных помещениях, то есть комфортно, уютно, тепло. Одна смена, да, будет, как и было раньше у нас, планируется. Ремонт школы несколько лет был среди наказов депутату регионального заксобрания Валерию Ильенко. При поддержке активных жителей села вопрос о финансировании был решен. Сегодня ситуация на личном контроле у главы Новосибирской области Андрея Травникова. Строители выполнили больше 60% работ. Чтобы завершить все к 1 сентября, дополнительно требуется 50 миллионов рублей. Убежден, что эти деньги будут выделены, они будут освоены. Это не обсуждается. И сдача этого объекта 2020 год. Я думаю, что ребятишки 1 сентября должны пойти в школу именно в это новое здание. К новому учебному году отремонтируют и большой спортзал. После ремонта учиться в Новотрышкинской школе будут дети и из соседних сел и деревень. Андрей Баев, Андрей Руднев, новости ОТС.